Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 226 упражнение. Необходимо списать, ставя пропущенные запятые. Давайте выполним. Над нашими головами быстро неслось небольшое грозовое облако, прямо к туче, которая синела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны. Там уже рубил дождевой линий, глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслись оттуда. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии. И мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Вдруг налетела буря. Теперь нужно подчеркнуть наречие к аксиому предложений. Напоминаем, наречие у нас чаще всего является обстоятельством. Неслось как быстро, неслось куда? Прямо. Место действия. Куда? Росла как ежеминутно. Зловещий шум и свежая влажность неслись откуда? Оттуда. Накрыла. Когда? Когда? Скоро. Раздавались как мгновенно. Налетела буря. Как вдруг. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.